мелкую отпустишь, да? Ветерок такой не слабый. Сейчас ветерок будет плевать, это будет. Да, там она стоит. Сюда ближе. На любви. Паша, пакет твой. Ага. Крючок оторвал. Видел? Для холодной воды. Если денег не жалко. Плотва, холодная вода, как помню. Именно плотва. Слышишь? Ага. Плотва, холодная вода, все. Если, если уже хочешь деньги потратить. Я вообще кашу люблю. Какая хорошенькая. Во. Что-то хорошее. Постепенно, постепенно. Какая здоровенькая. Паха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я тебя отпущу, дурочка.
сестра была. Да? Да. Вот так. Смотри. Да. Интересно. Что, я такой похожий? Я купил или она? А. Без глазика. Уже была у кого-то. В шахту уже за. О! Все тараньки зачетные. 18 плюс почти. Я на дно положу свою. А взял я его на мой вибратор. На вибратор, да? Да. Паш, ты это слышал? Да. Щука пукнула. Щука пукнула, да? Да. Этот грузик, походу, мелочь боится, это как крупный. Понял? Да. Я думал, на карася поставил. Я? Я говорю, я. Я тоже думал. И что надумал? Ну, клюнул. Смотри. Дергай. На второй ногу. Дергай, да? Птиз, наверное, лапнула. Хорошая, да? Сейчас, подожди, 2 секунды. Какая бойкая. Ага. И чисто карасик маленький. Чисто карасик тарань. Ты. Я тебя прикормил.
О. О, ухо. Такая вот таранька. На мотылька. И у Пашки уже такие отборные тараньки. Клюет над дном. Именно возле дна не хочет. Он клюет. То не клюет вообще, то клюет хорошо. Ого. Смотри. Окуняка. На парика. О, клюет так. О, иди сюда, дорогой. Смотри. Вот это тарань. Вот это я понимаю. Опасы поменьше. Наживляю пока что одного опарыша. Снасть мормышка, в принципе, как я понял, не принципиально вообще никакая. Вот стоит латунная. Вот такая вот. Успокойся. Лови. Не понял, что произошло. Закончились конкретно баруки. Ого. Фрикцион затрещал. Слышал? Ой, что-то было крупное, не то карп, не то карась. Тупой. Понял, поклевка, и не могу вообще ничего. И сошел, как будто губу порвал. С дна? Да. Над дном. Вот так вот, чуть-чуть. Вот дно. На движение или что? Ну да, я держал мормышку в руках. Ого, слышал? Угу.
Побывали мы с Пашкой на водонасоске, половили немножко тараньки. Одного окушка поймали, сейчас покажем, сколько тараньки наловили. Сейчас идем дальше искать какую-то другую рыбку, потому что клев вообще пропал. Сейчас где-то час дня будем искать. Вот таранька наша. Крупная такая таранечка, больше 18 сантиметров вся. Да, крутой подъемчик. Саша, рюкзак остался. Рюкзак остался. Ну да. Да. Пашка, только что такого крупного окуня поймал. Вот такого. Есть, есть, есть. Матросик. Вот такой вот матросик соблазнился. Мормышка в траве. Мотылек сработал. Мася, тебе нравится? Маська. Масюня. Масюня. Масюня.